Привет всем! Благослови всех Господь и сохрани всех Господь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я прославлю того, кто меня спас, а это есть Иисус Христос. Иисус Христос спас меня, когда я умирал. Он услышал молитву мою, и Он поставил меня на ноги, чтобы я тебе сейчас это рассказал. Я не хочу никого бояться или стесняться. Я говорю истину, я говорю про Спасителя. Я не говорю про себя, я говорю про Него. Я говорю про того, кто меня спас, кто мне открывает вопросы на все мои, на все, ответы на все мои вопросы. Я также благодарен Богу, что ты сейчас это слышишь. Я благодарен Богу, что Он тебя касается. Я благодарен Богу, что ты тоже хочешь идти за Богом. Я благодарен всем людям, кто подписался на канал, кто хочет идти за Богом, кто хочет искать истину, кто покаялся, кто верит в Иисуса Христа Спасителя. Я благодарен Богу за всех людей. Мне очень приятно слышать, когда человек кается, когда он приходит к Богу, потому что это воля Отца Небесного. А мы, люди, после покаяния, мы должны делать то, что хочет Отец. Это уже не наша воля, а Его. Чтобы ты покаялся, начал жить с Богом, даже если тебе трудно идти дальше за Богом. Вот я открыл перед тобой дверь, стоит в Библии, которую никто не может закрыть. И за это Иисус Христос открыл нам дверь. Эту дверь никто больше закрыть не может, потому что Он сказал: «Я тебя спасу, я искупил тебя, и я путь к Богу». Держись за Него всегда. Бог сейчас возле тебя, и Он хочет быть с тобой. И Он хочет, чтобы ты познал Его. И Он хочет, чтобы ты жил так, как ты хочешь. Не надо куда-то тебе бежать. Ты в своей комнате можешь покаяться, принять Иисуса Христа как Спасителя и начинать жить так, как Он хочет. Один к одному. Читай Библию, разбирай Его. И начни жить так, как хочет Бог. И не стесняйся нигде Его. Мы должны хвалить Его, радоваться, что мы можем про Него говорить всем людям. Поймите одно, Бог везде с вами, повсюду. Бог хочет, чтобы ты был с Ним всегда. Не удаляйтесь от Бога. Слушайте Святого Духа всегда. Слава Богу, Иисусу Христу Спасителю, за путь, истину и жизнь вечную. Ибо мы ходим верою, а не видением. Мы ходим нашей верою, которую Бог дал нам, которая у нас есть к Нему и которая нас ведет к Нему всегда. Мы уже здесь находимся с Богом. Мы должны это понять. Потому что где Дух Господень, там свобода. Свобода в Боге. Из-за этого я очень рад, что все люди это понимают. Я буду дальше. Я не стесняюсь говорить про Бога. Я хочу этим жить. Я хочу этим свидетельствовать всем. Это весть, которая ведет к спасению. Это самая хорошая весть, которая тебе сейчас нужна в данный момент, чтобы ты покаялся, чтобы ты был готов встретить Бога. Все, больше тебе не я нужен, тебе нужен Бог, который сейчас тебе это говорит, который хочет, чтобы ты шел за Ним. Бог меня избрал. Я никогда не думал, что я буду говорить про Бога, но сейчас и сегодня я хочу лично тебе сказать: Бог любит тебя, Он хочет спасти тебя, Он сейчас возле тебя. Ты сейчас можешь встать на колени, кричать к Нему, сказать: я хочу жить с тобой, я хочу так, как ты мне хочешь сказать, чтобы я жил. Прими Иисуса Христа как Спасителя и начни жить так, как хочет Бог. Читай Библию, Новый Завет. На канале есть очень много информации на все темы. Еще это только начало. Мы будем идти глубже и глубже, потому что Дух Господень, Он везде в одно время будет говорить всем людям. Благослови вас, Господь, и сохрани. Молитва покаяния оставлю под роликом. И вся другая информация, если что-то надо, пишите, я буду отвечать. Слава Богу, Иисусу Христу Спасителю, за путь, истину и жизнь вечную. Аминь.